Эта осень обещает быть яркой. В Мехамании большое поступление верхней одежды. Новая коллекция порадует широким выбором курток из эко-кожи. Комбинируйте их с джинсами и кроссовками и составляйте образ для любого случая. Косуха постепенно становится незаменимой частью гардероба. Без нее невозможно представить осенние образы. А кашемировое пальто – must-have наступающего сезона. Кроме того, стилисты рекомендуют обратить внимание на аксессуары с животным принтом. Дополнить пальто можно популярным леопардом или менее очевидной, но не менее актуальной змеей. Обратите внимание на сочетание утепленного жилета и пальто. Такая комбинаторика продлит сезон для кашемира и позволит выглядеть элегантно даже при минусовой температуре. Повысить градус стиля в прохладную погоду помогут и утепленные жилеты. Непромокаемый верхний слой укроет модниц от осенних дождей, а широкая цветовая гамма позволит подобрать идеальный оттенок. Утепленный жилет – яркий аксессуар для хоккейных болельщиц. В наступающем хоккейном сезоне ваш отброс на трибуне точно не оставит равнодушных. Осень пролетит быстро, поэтому готовиться к зимнему сезону можно уже сейчас. В Мехамании новая коллекция стильных эко-шуб. Акцентные воротники, актуальная мини-длина и качественный пошив – эта шубка будет греть вас до минус 30. Подобрать и примерить любую модель можно в Мехамании. Приходите за покупками в ТЦ «Экспресс» по адресу Свободы 185, 3 этаж, или в ТРЦ «Фокус» по адресу Молдавская, 16, 3 этаж.